48 аварий, 12 человек погибли, 70 получили различные травмы. Все это последствия ДТП за минувшую неделю. По данным госавтоинспекторов, в статистике по регионам за 2023 Дагестан находится на 6-м месте. С начала года в республике произошло 710 дорожно-транспортных происшествий. Ведомство напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения и просит дагестанцев и гостей столицы их не нарушать.